Анапские школьники накануне Международного дня кукольника увидели спектакль «Любопытный слоненок» по Киплингу в исполнении блистательного коллектива актеров Краевого театра кукол, среди которых заслуженные артисты России и Кубани Валентина Головушкина и Анна Сезоненко. Любой актер должен оставаться ребенком, потому что как бы ребенком в том смысле, что должно быть восприятие здесь сейчас. То есть как бы вот увидел, когда 5 раз ты за день видишь там, как что-то кто-то делает, и ты должен искренне этому удивиться. Хоть в драматическом театре, хоть в театре кукол, хоть в музыкальном театре, ты должен искренне это сыграть. Поэтому ребенок должен быть, мне кажется, независимо от вида искусства. Очень вам благодарен, птица колокола. Да ладно, чего уж надо. Ну, давай рассказывай, с чего это они на тебя набросили? Ну, понимаете, я хотела у них спросить. Опять спросить? Неугомонный. Ну и на свете хочу узнать, где живет крокодил и что он кушает за обедом. Это сказка о том, как полезно быть любознательным. Лейтмотив спектакля сразу же уловили юные зрители. Ученики начальных классов школы номер 4. Всем пришелся по душе слоненок. И с него дети готовы взять пример. О любопытном слоненке. Вот он хотел все знать. И у него было очень много вопросов. И из-за этого ему крокодил чуть нож не съел. И у него сделался красивый нос. Значит, надо оставаться любопытным, да? Да. Всегда. А вы любопытные? Много задаете? Иногда. Иногда. И как вы находите ответы на эти вопросы? Ну вот, например, у мамы спросить, и она все скажет. Мне понравился слоненок, потому что он очень смешной. Я усвоила, что если ты любопытный, это любознательность, а не любопытство. Если взрослые не могут тебе ответить, значит, они невежды. Там слон задает всем животным вопросы, и они не могут на них ответить. Где вы ищете для себя ответы? Ищете ли вы их? Да, спрашиваем, мы спрашиваем у друзей. Или в книжках или ищем. Или в интернете. «Любопытный слоненок. Музыкальная сказка» в постановке заслуженного работника культуры России Елены Маскевич. До мелочей продуманы грим, костюмы и движения по сцене в африканском стиле. Оживают планшетные куклы, играют и танцуют и сами кукловоды. Более того, в заключительном музыкальном аккорде в городе спектакля задействованы настоящие там-тамы, барабаны из натуральной кожи, диаметр самого большого 1.5 метра. Африканские ритмы на барабанах звучат вживую, без фонограммы, а маленькие зрители аплодируют в такт и кричат «Браво!». Лариса Басова, Максим Лагуша, Анапа регион.